Основной акцент второго общеобластного субботника, который состоялся 22 апреля в Петровском, был сделан на благоустройство. Были покрашены малые игровые формы детских площадок, благо позволяла погода, произведена опиловка деревьев. Вместе с сотрудниками управляющей компании и комбината благоустройства территорию убирали и местные жители. У нас 8 числа прибирались по дворам, то есть мы тоже организовывали, у нас во дворе прибирали территорию. Сегодня вышли на общую территорию. Не хватает мусорок, не хватает, это беда, по-моему, всех поселений, всех городков, не хватает мусорок. То есть они есть где-то вот местами, как вот здесь стоит у лавочки, и все. У нас нету, допустим, тротуарных дорожек, да, по которым могли бы ходить пешеходы. Ну, соответственно, и мусорок тоже нету. Проблем в военном городке Петровское, несмотря на то, что в прошлом году здесь состоялось комплексное благоустройство, по-прежнему очень много. Более 10 лет стоит остов сгоревшего здания у одного из жилых домов поселка. Хозяин строения восстанавливать его не собирается. Территория в опасном и неприглядном состоянии. Жители вышли с инициативой обустроить на этом месте зону отдыха. Мы ходили в поддержку вот этой инициативы, что сейчас в Ленинском районе посадим сад. Мы бы здесь хотели посадить яблони и сделать детскую площадку, воркаут, скамеечки, поставить, может быть, столик для людей пожилого возраста. В этот день глава района и заместитель министра Московской области по экологии Павел Кириллов побывали и в дальних уголках военного городка, где еще предстоит убирать территорию. Здесь взору представителей власти открылись и водоемы, которые жителям поселка хотелось бы обустроить. Активисты показали главе территорию гаражей, где возникает много вопросов как к их собственникам, так и к другим. Мы обнаружили несанкционированный слив канализации там от хозяйствующего субъекта. И думаю, что прямо в ближайшие дни мы совместно с Минэкологией примем соответствующие меры по наведению там порядка. Но вот мне очень бы хотелось, чтобы активность жителей городка Петровского была больше. На самом деле самих жителей Петровского в этот день было немного. Но вот вездесущая детвора от взрослых не отходила. Приучаем молодежь, показываем им, что надо любить то место, где ты живешь, не мусорить, убирать. Воспитательная цель, она, безусловно, может быть даже главнее, чем приведение территории в порядок. Наведение чистоты в военном городке Петровское не закончится апрельским месяцем благоустройства. Работы продолжатся и в мае. Для того, чтобы и в том числе собрать мусор, лежащий далеко от домов. Людмила Медведева, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.